Авария на трассе унесла жизни двоих мужчин. Еще один получил серьезные травмы. Сегодня рано утром на загородной трассе в 43 километрах от города столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка. С места событий репортаж Ксении Епишевой. Обломки автомобиля, осколки разбитых фар и даже куски краски разбросало практически по всей дороге. Вероятно, участники ДТП двигались на приличной скорости. Дорога здесь ровная, прямая. И если верить статистике, аварийной она не считается. 6:58 в госавтоинспекцию города Ноябрьска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 9-м километре автодороги подъезд к городу Ноябрьску. В данном дорожно-транспортном происшествии участвовали две машины – автомобиль ВАЗ-21099 и автомобиль «Сан-Йонг». Иномарку при столкновении развернула, и машина съехала с дороги в болото. 99-ю от удара просто разорвала на две части. Ее водители и пассажиры скончались на месте происшествия. По словам инспекторов, шансов выжить у людей, которые находились в отечественном автомобиле, просто не было. Мужчина находился в болоте, там была сочетанная травма, то есть там были множественные травмы, которые несовместимы с жизнью. И первый мужчина, скорее всего, там открытая черепно-мозговая травма. При сильном столкновении машина как бы разорвала надвое, то есть удар был очень серьезный. Что касается водителя иномарки, он получил серьезные травмы и с места ДТП был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Известно, что погибший водитель ВАЗа был жителем Ноябрьска. Личность его пассажира полицейским пока установить не удалось. Обстоятельства происшествия, а именно кто является виновником страшной аварии, сейчас выясняют следователи. Все, что известно на данный момент, так это то, что водитель иномарки двигался в сторону Карамовского поста, а 99-я шла ему навстречу. Ксения Епишева, Кирилл Мигель, Анатолий Присич. Новости нашего города. И буквально спустя несколько часов в Ноябрьске произошла еще одна авария. У центральной трубной базы столкнулись Volkswagen и Mitsubishi. Как выяснилось, водитель кроссовера при повороте налево не уступил встречному седану. От удара Volkswagen загорелся, но с пламенем быстро справились пожарные. Водителю и пассажирке Volkswagen, а также самому виновнику ДТП понадобилась помощь медиков. С места аварии они были доставлены в центральную городскую больницу. В результате дорожно-транспортного происшествия в центральную городскую больницу были доставлены водитель и пассажир с различными переломами. Водителю назначено амбулаторное лечение, пассажиру назначили стационарное лечение. Водителю автомобиля Mitsubishi лечение не назначалось.